всем, дорогие друзья. Приветствую вас в Центральном доме работников искусств. Сегодня здесь собрались все, кто высоко ценит этого поэта Алексея Суркова. Родился он в деревне Середнево, это был раньше Рыбинский уезд, в Ярославской губернии. Русский советский поэт. Он был и литературным критиком, он был и общественным деятелем, он был и педагогом, он был прекрасным журналистом, и, конечно, он был военным корреспондентом. И все эти фотографии, которые вы увидите сегодня на экране, то, что удалось сохранить именно вот в этом облике. Он был героем социалистического труда, получил это звание в 1969 году. У него было две сталинские премии в 1946 и 1951. Ну и, наверное, тоже мощно то, что он был батальонным комиссаром в 1941 году. Сейчас вот на экране это учетная карточка писателя. Тоже можете вглядеться, там тоже интересные такие строчки можно найти. С 28 года Сурков был делегирован на первый съезд писателей, пролетарских писателей. И именно после этого он остался работать в Москве. А в 1928 году Шкату был избран в руководство Российской ассоциации пролетарских писателей. С 1931 года он начал учиться в Институте Красной Профессуры на литературном факультете. Ну, из этого учебного заведения, как правило, все выходили уже с диссертациями. То есть такого не было, как сейчас, там учится в аспирантуре, а потом не защищается. Вот. То есть это была очень серьезная подготовка у него. И диссертацию Алексей Сурков защитил. И вот я сейчас хочу пригласить к микрофону поэта, публициста, ответственного секретаря Союза писателей Александра Боброва. Прошу вас. Добрый вечер, дорогие друзья. Посмотрели небольшой фильм из Рыбинска. Да? Рыбинск еще славен тем, что это родина моего учителя по литературному институту Льва Ивановича Ашанина. И мы сейчас с певицами вспоминали, что мы начинали проводить праздник Ашанина. Ему там даже поставили памятник на набережной. Но потом все это заглохло. И, конечно, для сохранения песен, для сохранения имени поэта огромную роль играет и внимание властей, и усилия родных, друзей, последователей, учеников. Это сложное дело. Когда я вчера проводил лекции со своими, значит, аболтовцами, будущими журналистами, я что-то к слову говорю, что кому-то говорю, что завтра буду в центре, в ЦДИ, буду участвовать в вечере Суркова. Вы, небось, такого не знаете. Одна становщина говорит, нет, знаем, он писал народные песни. Я говорю, ну ты спутал, это Суриков, что стоишь, качаешь тонкой рябину, а Сурков – это землянка. Вот. И тут вот недаром учетная карточка писателя, да, я только еще хочу добавить, не читаю особенно лекцию, что я не люблю, потому что мне хватает лекций в двух вузах. Вот. Я хочу сказать, что это действительно человек олицетворял собой Союз писателей как могучую идейно-творческую организацию, да? Потому что он был руководителем Союза писателей, он руководил Литгазетой, он был коллегией Нового мира, он был ректором Литинститута в свое время, он был одним из зачинателей праздников поэтических, потому что именно при нем, и я впервые с ним лично познакомился, со всем молодым поэтом с гитарой, в Ярославле, в Карабихе, где он лично вел некрасовские праздники поэзии, которые тоже почти заглохли. А тогда это было огромное действо. И, например, у меня фотографии есть. Я пою с гитарой, а сидит Сурков, сидит Виктор Сергеевич Розов. Он тоже великий наш драматург, он тоже ярославский. Вот такие люди собирались, чтобы почтить память Некрасова.
И я часто вспоминаю Сурокова не только потому, что у него написаны классические песни, и одно из лучших стихотворений о войне посвящено Суркову. Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины» Симонов посвятил своему другу. Но вот сейчас прозвучало, мальчик говорит, что мина взорвалась и зародилась песня, замысел землянки. На самом деле он и сам знал, и это многим известно, что родилась она во время Московской битвы. Я снимал, я много лет работал на телевидении, и это «Каша на деревне» называется. Сейчас деревня осталась, можно сказать, дачи. Почти с Истрой сливается, с городом Истра, когда Рокоссовский все-таки сдал Истру, хоть Сталин приказывал не отступать, но Рокоссовский иначе не сохранил 16-ю армию, и враг прорвется, и Сталин разрешил отступить. И потом вот в эти дни брали Истру, не замерзшую, чтобы освобождать Истру город и взорванный монастырь Новорусалимский. Вот и Сурков приехал на передовую, они в землянке размещались 27 ноября, и немцы прорвались, вот как раз уже двигаясь к Москве, да, их окружили, и политрук бросил гранаты в штаб уже немцев, в смысле там, где командование в избе разместилось, и вот и паники, они бежали. Это был самый реальный смертельный момент, когда должны все попасть. А тогда политруков при наступлении на Москву не сохраняли жизни. И это вот ему запомнилось, это ночь в землянке, и он написал стихотворение, сам сказал, что родилось оно вот там, под Москвой. Там есть знак памятной песни, круг истоки поставил. Поэтому много связано с песнями, с моими радио, телепрограммами. Сурков, значит, и мы передаем эстафету, да, патриотической песни, русской песни, вот, которые не только лирические, не только что стоишь, качаясь, тонкая рябина, а она, значит, со времен исторических песен и баллад. Говорит о самом высоком, о самом главном, о самом суровом и самом патриотичном. Я вспомнил Суркова, как ни странно, очень ярко. Когда я писал книгу «100 великих славян», я поехал в Ленинград, чтобы написать о Кирилле и Мефодии. И я по дороге проезжал две речки, Драва и Марава. Да? Я вспомнил, что они живут в стихах Алексея Суркова. Это короткое стихотворение, которым я открывал свою программу, когда работал на телевидении, «Славянской песни». Значит, они там то поколение поняли, что такое славянский мир, что такое славянское единство, которое еще было скреплено тем, что Гитлер ведь хотел уничтожить всех славян. Вот, самая крупная премия Европы. И эта тема, которая сегодня вообще почти не поднимается. Да? Ну, кому нужен славянский мир? Когда деньги в Швейцарии, дети в Лондоне, недвижимость в США, кто будет вспоминать про этот славянский мир? А он есть, он кровоточит, он бы спас нас от многих, если бы они чаще вспоминали. И я как раз на Кургане Высочешном, в Белоруссии мы снимали эту программу, там метров, наверное, 70, я даже когда забрался, запыхался. И я шел вниз, я читал, начал читать это стихотворение Суркова. Курганами славы покрыта родная равнина, и Днепр, и Марава, и Висла, и Волга река. Ты лжешь, чужеземец, что медленно кровь славянина, что в грозные годы душа славянина кратка. От нас убегали монгольские орды Мамая, солдат Бонапарта. Мы в наших снегах погребли, на полчище Гитлера кованый меч поднимая. Мы грудью прикрыли просторы славянской земли. От Волги и Дона до Савы, Маравы и Дравы коврами цветов мы над пеплом покроем луга. Могилы славян вознесутся курганами славы и пахарем луг, разорвили могилы врага. Представляя свою книгу, я в нее вложил о старшем брате, герое Советского Союза Николая Боброва, который пал
под Ленинградом стоит памятник, время было. Он погиб в 42-м году. В том году, когда была опубликована первый раз песня «В землянке». И вот это все всегда замыкается датами, событиями. И это мы должны нести своим внукам. Не шнура же, мать честная. Спасибо. Алексей Александрович Сурков начал печататься с 1918 года. И первые стихотворения были в газете «Петроградская красная газета». Первая книга называлась «Запев», и вышла она в Москве в 1930 году. И многие стихотворения стали песнями из этой книги. И я сейчас хочу пригласить солистку Центрального военного оркестра Министерства обороны, лауреата всероссийских и международных конкурсов Светлану Ильину. Исполнит она для вас песню «Рано, раненько» на стихи Алексея Сурковича. Рано, раненько, до зорьки в ледоком, провожала я хорошего в поход. На кисете, на добро, не на беду, алым шелком шила вышила звезду. Шила вышила удалой голове, алым шелком серп и молот по канве, и уехал он, ключишка моя, биться с белыми вдалю. Отшумела громом летняя страда, пастухи пригнали на зиму стада, только мне от дорогого моего ни ответа, ни привета, ничего. Поздней осенью в суровом ноябре заскрипела подворотня на дворе. Мне привез из-под царицы на сосед шелком шитый, кровью крашеный. Я любви своей вовек не изменю. Тот кисет шелками шитый сохраню. Такая возможность.
снова Родина позвала своих сыновей и дочерей защищать священные рубежи нашей советской земли. Наглые фашисты, нарушив договор, напали на нас, и 200 миллионов советских людей от края и до края нашей страны встали для того, чтобы с оружием в руках защищать свою землю, не пустить врага. Все советские люди, рабочие и колхозники, ученые и писатели встают под священное знамя Ленина, Сталина для того, чтобы отбить атаки врага, для того, чтобы не пустить подлую коричневую гадину на нашу священную советскую землю. Уезжая сегодня на фронт, я приветствую вас, мои товарищи, рабочие, колхозники, интеллигенты советской страны, стихами боевой песни. Греми над просторами гром батарей, сверкайте штыки, извините клинки, от южных морей до полярных морей с фашистами бьются стальные полки. На суше, на море, в воздушном бою не дрогнут сердца перед черной чумой. Мы грудью прикроем отчизну свою, с победой и славой вернемся домой. Встает богатырский народ, на битву спокойно идет, в бою за отчизну свою раздавим фашиста змею. У нас в гостях поэт, моряк и хороший человек, который и в литературе, как и в жизни, и живет, а не творит. Николай Николаевич Кравченко. Походите к нам. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел бы вам, прежде чем начну читать, сказать, что традиции фронтовых поэтов продолжаются и в наше время. В частности, вот в этом году я был приглашен на слет фронтовых поэтов, которых, к сожалению, уже в живых не осталось. Он проводится уже много лет благодаря инициативе нашего замечательного писателя Василия Ивана Афанасьевича, это деревня Барки Псковской области. Вот в этом я году был приглашен. Меня порадовало, что местное население, хотя был дождь, погода не совсем соответствовала, собралось в очень большом количестве. И под дождем полдня слушали поэзию, пели песни, то есть в душе народа эта тема жива, и дай Бог, чтобы так и продолжалось. Я вначале хотел бы прочесть одно стихотворение Суркова, а потом продолжу дальше. Жарища жаждой глотки обожгла, скоробила рубахи солью пота по улицам притихшего села. Проходит запыленная пехота. Плетенные в неровный стук подков, шаги пехоты тяжелы и глухи. Зажав губами кончики платков, стоят у тына скорбные старухи. Стоят, скрестив на высохшей груди морщинистые старческие руки. Взгляни в глаза их, ближе подойди. Прислушайся к немому крику муки, неотвратимый материнский взгляд. Стыдом и болью сердце ранит снова. Он требует: солдат, вернись назад, прикрой отвагой сень родного крова. Вернись назад, кричит ему земля, и каждый колос, ждущий обмолота, тяжелыми ботинками пыля по полю на восток идет пехота. Я хотел бы сказать, что вот для себя я выработал, так как отношусь к
поколению уже внуков войны. Во-первых, пишу лет с 10, к сожалению, печататься начал, а может, к счастью, уже совсем недавно. Вот. И нас воспитывали, как и у всех в семье, в любой семье кто-то участвовал в войне, то есть она прошла через каждую семью война. И для себя я выработал три принципа. Особенно это важно сейчас, когда пытаются пересмотреть итоги войны, пересмотреть те вопросы, которые нам святы и дороги. Первое – это то, что в Великой Отечественной и во Второй мировой войне победил наш советский народ, то есть наши деды и прадеды. И на этом точка. То есть мы являемся наследниками победителей. Второе. То, что Великая Отечественная и Вторая мировая война была освободительной. Никакие мы не захватчики, иначе многих народов и государств просто бы не было на карте. И третье, что особенно важно для нас, то, что наша победа нуждается в защите. Потому что тех людей, которые ценой своей жизни и крови ее добыли, сохранили нашу страну и нашу жизнь, их уже нет в живых, а наш долг отстаивает те святые истины, за которые они погибали и боролись. Исполнит для вас трио «Реликт». Заслуженный артист России Александр Никеров. Заслуженный артист России Вячеслав Малинов. И лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Леонов. Бьется в тесной печурке огонь, на поленья смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. На киностудии «Мосфильм» режиссер Игорь Савченко снял
первый советский цветной фильм «Иван Никулин. Русский матрос». И роль главного героя, богатыря, матроса сыграл Иван Переверзев. Музыку написал композитор Сергей Потоцкий. И фильм вышел на экраны 1 апреля 1945 года и стал очень популярным. И во многом именно благодаря этой песне «На ветвях израненного тополя». Стихи Алексея Суркова, музыка Сергея Потоцкого. Трио «Реликт». Человек не теряет
чувство собственного достоинства. А сейчас я хочу пригласить к микрофону внука композитора Бориса Мокроусова. Дело в том, что мы сейчас посмотрим фрагмент из фильма документального, который называется «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Фрагментик посмотрим с великой песней, которую написал ваш дедушка. Ну, а мне хотелось бы, чтобы вы сказали, все-таки вот вы ведете сейчас активную такую популяризаторскую работу, сохраняете и пропагандируете творчество Бориса Андреевича Мокроусова. Максим Мокроусов, прошу вас к микрофону. Господи, что происходит с творчеством дедушки, что вы возрождаете сейчас, над чем работаете? Добрый вечер, дорогие друзья. Этот год юбилейный. Борису Андреевичу исполнилось 110 лет. Мы провели множество концертов, много мероприятий. Провели Всероссийский фестиваль на родине Мокроусова. Вышел документальный фильм о творчестве Бориса Андреевича. Выпустили вот диск совсем недавно, первый диск Мокроусова. Сейчас в планах такие грандиозные. Хотим сделать, ну, воспроизвести, возродить оперу Чапай. Есть такая задумка. И, кстати, песня «Марш защитников Москвы» есть в этом диске, в новом. И есть еще также у нас мероприятие. Вот как раз была песня про Севастополь. В планах весной это концерты, посвященные 70-летию Победы. Серию концертов в Крыму. И в том числе в Севастополе. И я надеюсь, что все получится, и эти все хорошие, великие песни там прозвучат. Спасибо. Спасибо. Thank you.
пригласить на сцену директора культурного центра имени Алексея Фатьянова, журналиста и редактора Марину Федоровну Буланову. Мария Федоровна. Столько слов было замечательно сказано. И на самом деле что-то такое вот запомнилось, например, строчка из стихотворения Суркова, вот просто произвела такое впечатление. По пыльному полю шла пехота на восток. Представляете, вот эта строчка, сколько дней, пехота шла на восток. Это во время войны, да, значит, она отступала. Сколько вообще вот мыслей, сколько эмоций в одной строчке. Вы знаете, вот у Суркова есть книжка любопытная, которая называется «Что такое счастье?». Вот он задумывался над этим, рассуждал. Мне кажется, что вся его жизнь – ответ на этот вопрос. Но действительно, ну, представьте, он прополз, прошел, я не знаю, продрался живым через 4 войны. Разве это не чудо, разве это не счастье? Крестьянский сын, ему подарена была такая невероятная судьба, о которой мы даже просто вообще не мечтали. Он все уже говорили о том, что он имел, в общем-то, достиг очень многого. Это писатель, классик, общественный деятель, занимал самые высокие посты, про награды там звали. Уже не говорю, хочется еще просто вот сказать, как о чем-то особом вообще, о таком важном. Почти вся его лирика посвящена единственной женщине, его любимой жене Софье. Наверное, это тоже счастье. Он сам называл себя ровесником века, советским человеком. Но он говорил, что я поэт, меня сделало время. Действительно, на советское время дало ему шанс, потому что он из такого слоя происходил, где вообще с поколения в поколение не было просто возможности что-то изменить в своей жизни. Именно вот советский человек, да, вот он смог стать тем уроком. На самом деле, вот отец, например, моего мужа, он тоже пришел... Ну, чуть позже, чем Сурков, почти перед самой войной, пришел из Ярославской, из Рязанской деревни в Москву пешком. И тоже работал мальчиком на побегушках. А потом он стал доктором, профессором, заведующим кафедрой в Тимирязевской академии, например. Вот, но на самом деле, что вот еще... Он очень прочно стоял на своих вот таких народных корнях. И даже вот здесь вот есть такая одна интересная деталь. Давайте посмотрим название его книг. Вот уже называли его первый самый сборник, который вышел в 30-м году, называется «Запев». Дальше были сборники, которые назывались так. «Путем песни», «Я пою победу», «Песня о человечестве», «Песня смелых», или, например, «Стихи» его называется, «Песня о счастье». И часто он использовал такой образ песни, просто вот в строчках стихов. У него совершенно замечательное есть стихотворение, называется «Предчувствие весны». Оно написано в разгар зимы, ой, в разгар войны. «Предчувствие весны». И там вот такая строчка замечательная. Стихотворение там о грохоте пушек, ракет, вообще все там скрипит железо. И вот такая строчка: «Из крика железа мы выплывем счастливую песню нашей любви». Там светлую будем песню нашей любви. Это будет песня нашей любви из крика железа. На самом деле, вот это вот говорит и о его происхождении, потому что песня такой самый народный, самый демократичный вид культуры. Вспомните, например, такую повесть Тургенева, которая называется «Певцы». Вообще замечательная повесть. Там речь идет о конкурсе певцов в деревенском кабачке. Потому что ему столько страсти, столько эмоций. Какое там Евровидение, я не знаю, что там еще, голос. Это все вообще ни в какое сравнение. Это совершенно, в общем, удивительно. И еще, на чем, может быть, не говорили. Вы знаете, да, у него была непростая, на самом деле, жизнь. Она такая была у него красивая, яркая. Но у него было много недругов, которые, ну, там, называли его аппаратчиком. Таким вот, знаете, вот аппаратчиком. Почему-то вот я вспомнила, когда вот думала об этом вечере, когда-то был фильм Лилианы Лунгиной, такая матушка нашего западного фестивального режиссера, вот, и она говорила о Суркове, говорила очень таким нехорошим тоном,
что вот он был злой, опасный, страшный человек, настоящий аппаратчик. Да, он был аппаратчик. Да, он был бюрократом, он выполнял такую работу. Но тем не менее, у него всегда было вообще какое-то свой взгляд на все, и он делал то, что считал нужным. Например, он в трудный момент помог Бродскому. Он настоял на том, чтобы братьев Стругацких приняли в союз писателей, там была жуткая борьба из-за этого. Он приложил массу усилий для того, чтобы вышел наконец сборник Ахматовой после длинного-длинного перерыва, когда ее уже имя стали забывать, и когда вообще новое поколение появилось, которое даже не знали, что это за поэт. Он выпустил эту книгу, причем он обращался ко многим своим там знакомым, друзьям, ну вот филологи, там, критики, напишите вступительную статью, предисловие. И вы знаете, все отказывались. Он написал сам статью об этой книге. Но очень деликатно он сделал эту статью послесловием. Он не поставил себя вперед. Вот, и на самом деле, здесь даже, может быть, уместно вспомнить слова Дементьева о нем, что он творил и жил взволнованно и честно. Вот так сказал Дементьев о Суркове. Я не знаю, какое слово здесь важнее, взволнованно или честно, но, во всяком случае, Сурков всегда был принципиальным, делал то, что хотел. И даже вот в таком моменте интересном, знаете, у многих поэтов война была таким, знаете, может быть, взлетом в творчестве. То же самое было и у Суркова. И где-то уже вот в послевоенные годы он понимал, что творчество его, ну, как бы угасает. Он говорит, что война во мне совсем перегорела. Он понимал, что муза его такая стала плакатной, такой, в общем, такой неяркой. И он написал тогда интересные стихи, ну, любопытные стихи. «Мне хочется петь о простом и великом, по-честному петь, не кривляться и враться. Но слово ложится напыщенным криком, сухом, как зимняя полночь, тетрадь». И, может быть, вот в этом тоже вот его какая-то принципиальная позиция и честность. И еще вот очень хочется сказать, вот здесь уже была замечательная фотография Суркова и Симонова. Конечно, все эти знаменитые строчки вы знаете, ты помнишь «Алёша, дорога Смоленщины», но это действительно вообще стихи, которые обессмертили Суркова. В Смоленске, например, есть памятник Василию Теркину, вымышленный герой. Но Василий Теркин с гармошкой сидит на скамейке, а рядом с ним его творец, автор Александр Твардовский. Да? А здесь такая ситуация как бы наоборот. Здесь живой человек, которому обращены эти стихи, это как коллега, да, там, друг, фронтовой товарищ Симонова. Алексей Сурков, ну, стал таким образом живой человек, вы им стало нарицательным. И, по большому счету, это обращение не только вот, к другу, это обращение к соратнику, к свидетелю, это обращение к народу. А вы помните вот эти дороги разоренные, вдоль которых стоят эти бабы, их крестами провожающие нас на войну. Это стихотворение действительно его обессмертило. Но вы спросите, а что, какой ответ у Суркова на вопрос, что такое счастье? Эта книжка, это на самом деле сборник стихов. Там каждое стихотворение – ответ на этот вопрос. Ну, например, там есть такое стихотворение «Песни счастливых». И там такие строчки. Мы разбудили дремотные дали и мечту отстояли упорством штыка. Вот понимаете, вот такая жизнь этого человека была, да? Вот ему удалось разбудить дремотные дали и отстоять свою мечту. Но это же несчастье. Может быть, трудное, но счастье. Спасибо. Браво! Марина Буланова. Ну а сейчас давайте мы послушаем песни. Я хочу пригласить лауреата всероссийских международных конкурсов, певицу Надежду Колесникову. Исполнит она для вас песню, наверное, с какой начнем? «Девушка в шинели» не по росту? Да. Да, давайте вот с этой песни начнем. Да.
Покровского. Она так называется «Девичья песня». Я пойду не за тем,
чтобы помереть, а затем, чтобы жить, поражая врага. Говорили о том, что стихи поэта, они политически острые. И, ну, действительно, они очень патриотичные. Сейчас мы послушаем песню, которая была популярна, написал ее композитор Сигизмунд Кац. «Сирень цветет». Исполнит для вас заслуженная артистка России Елена Калашникова. Знойная ночь перепутала все стёжки.
театра и кино Сергея Федотова. Да, когда мне Марина позвонила, сказала: «Сергей, я очень хочу, чтобы ты прочитал что-нибудь из Алексея Суркова». Я говорю: «Ну, я посмотрю, конечно». Вот я посмотрел, ну, такие, конечно, патриотические стихотворения, прославляющие, понятно, коммунистическую, так сказать, эту действительность. Ну, и военные замечательные, конечно, стихи. Самое гениальное, это, конечно, «Землянки», у него песня, которая, наверное, останется на века. У меня есть спектакль, посвященный Леониду Утесову. И там как раз эта песня звучит. В «Землянке» я ее пою. Вот. И еще одна песня есть, оказывается, которую пел Леонид Утесов на стихи Суркова. Называется «Казацкая песня». Поскольку он, понятно, посвящена гражданской войне, казаки, да, с шашками, вот такая тоже боевая. Вот. Но, тем не менее, ее пел Утесов. Я попробую сейчас ее изобразить. Сначала я буду петь с хором, с фонограммой, потом Василий Федорович мне поможет. Я все-таки нашел несколько стихотворений из его творчества, которые меня тронули. Попробую сейчас их прочитать. Стихотворение называется «На вокзале», написанное 1937-1939 год. Видимо, ну, так получается, иногда пишется какие-то строчки, потом они продолжают через какое-то время. «На площади у вокзального здания армейцы месили слякоть. В глаза целовала в час расставания. Давал слово не плакать. Шел снег, поезда проходили мимо, гудками сердце кололи. Зачем ты не плакала? Нестерпимо, немое горенье боли.
Чем северным ветром вдохнет погода, и боль оживет прямо. Кричу тебе вдаль сурового года. Расплачься, расплачься, мама. На нашей сцене Надежда Колесникова. И в нашей программе страница композитора Юрия Евгеньевича Бирюкова, которому в феврале исполняется 85 лет. Мы сейчас спорили две даты. Кто вот близко знаком с Юрием Евгеньевичем, знает, что он отмечает в декабре «Танцовая семейная история» и в феврале. Так все-таки будет 85, да? 85, да. Ну и вот несколько слов вот об этом сотрудничестве, знаете, расскажите, все-таки вы как-то посмотрели. Я думаю, что Юрий Евгеньевич Берегова в 2000-е годы он написал, он был очень дружен с семьей Алексея Александровича Суркова, с Натальей Алексеевной, дочерью, и мы были все дружны, были одна команда, и по-человечески очень теплые отношения были, светлый очень человек, она недавно ушла от нас, царство небесное. И Юрий Евгеньевич Бирюков делал военные сборники. Ну, кто не знает, это полковник в отставке, музыковед, композитор. Он автор передачи «Песня далекая и близкая», собирал песни военных лет, более 40 тысяч песен военных, представляете, собрал. И очень много сделал военных сборников. Ну и, вернее, сборники песен военных. И написал несколько песен на стихи Алексея Суркова. И пел их, замечательно пел. Стихи были очень современно зазвучали. И вот его песни, они стоят в ушах, он сделал диски. И вот у меня они в его исполнении. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо этих стихов. «Не спится комбригу». Не танцевали храм,
Сейчас в нашей программе автор сайта, который называется «Красная книга российской эстрады». Всегда желаю читать советских авторов, композиторов и поэтов. Спасибо, спасибо большое. Ну, я, прежде всего, очень, так сказать, рад, что как бы сбывается моя мечта, что интернет начинает объединяться с сценическим искусством. Вот у нас есть мощный бастион, это C3, но песни приходят и уходят здесь, а в интернете они очень долго лежат и накапливаются. И поэтому, я думаю, так все мы вместе, единым фронтом, должны отстоять нашу культуру, нашу эстраду, нашу песню. А сейчас, поскольку у нас вечер поэтический, я тоже хотел бы немножко прочесть. Все было. Дороги Смоленщины, Печурка в землянке сырой, отчизною было завещено с врагами вести смертный бой. Неслись по военной дороге горячие кони в поход. К суровой борьбе и тревоге прошел 18-й год. В защиту родимой столицы отправилась песня на фронт. Поэзия пуль не боится, поэзию штык не берет. Все было и будет все снова, и в вихре бурлящих годов становится слово Суркова в шеренгу отважных бойцов. Браво! Сейчас я хочу пригласить на сцену внучку поэта. Она обещала нас навестить. Это уже у нас в традиции. Мы обязательно приглашаем родственников. Наталья Елисеева в зале, да? Да, пожалуйста, вот наш вечер уже близится к концу. Кто-то не успел посмотреть. Скажите какие-то мои слова. Что делаете вы для того, чтобы как-то популяризировать и сохранить творчество? Великого поэта, пожалуйста. Добрый вечер. Очень рада всех видеть. Я могу без микрофона, наверное. Да. Я, честно говоря, опасалась, что большой зал. Я буду прям очень волноваться, но не так все страшно. Я вижу очень много знакомых лиц. И мне, конечно, ужасно приятно, что, может быть, я не знаю всех по имени-отчеству, но тем не менее, то, что вы пришли добровольно, даже некоторые с удовольствием, я думаю, то, что люди готовы исполнять песни деда и читать его стихи, это, конечно, для меня огромное счастье, потому что я дедушку очень мало застала, в 83-м году он умер, соответственно, я была во втором классе, ну, фактически в начале. И я его помню как человека семейного, в первую очередь. То есть все, что касается войны, это не обсуждалось. Это была такая официальная история. Сам дед это никогда не обсуждал и ничего не рассказывал в принципе. Поэтому то, что я помню, это всегда веселые посиделки, компании, очень душевное веселье такое. Это было все прекрасно, это было очень человечно, очень душевно и весело. И всю историю с войной я, в общем, наверное, начала понимать, узнавать много лет спустя, уже когда я выросла. И сейчас, когда нет мамы, мне уже приходится, в общем, ну, по сути, занимать ее место и что-то говорить от имени семьи. И первые такие опыты для меня были прям диким стрессом, потому что я вспоминала, как было хорошо с дедом, у меня начинались слезы, и на этом все, в общем-то, заканчивалась вся эта моя история. Как я поддерживаю память? Наверное, в первую очередь тем, что песню «Землянка» я пою практически везде. Сейчас не буду, чтобы не зарыдать. Почему? Нет, я просто очень, ну, я как-нибудь это сделаю, но будем считать, что я тренируюсь, это не последний раз. Но я действительно ее исполняю, просто не под музыку, а просто кому-то, потому что я заметила, что люди младше, там, скажем, 20 лет, они вообще не знают уже практически ни имен поэтов, может быть, и даже композиторов очень известных, они просто этого не помнят, потому что песня не исполняется. И сейчас у нас есть определенные проблемы с тем, что брат не вступает в наследство, у нас ну, нет там легитимных разрешений на исполнение песни, в общем, там есть определенные сложности. И поэтому я рада любой возможности, чтобы люди услышали, чтобы это в интернет попало, чтобы опять эта песня была на слуху. Так же, как вот песня Макроусова тоже, мы были на концерте в Нижнем Новгороде, я поняла, сколько я знаю песен, но не знаю, кто автор. То есть я сама то самое поколение, которое много чего не помнит. Поэтому я очень счастлива, что есть такие люди, которым это интересно, которые участвуют в этом сами.
Очень я часто вот сейчас услышать, что есть люди взрослые очень, которые все-таки в интернете что-то делают тоже. Это правда спасение такое. Вот, и, собственно, ну вот я говорю, что я исполняю как могу своим знакомым. Очень часто я пою эту песню иностранцам, когда общаюсь с ними. И многие, как ни странно, знают на слух, они не знают, конечно, слов, но помнят мелодию. Может быть, по фильмам, потому что вот, ну, кто-то, может быть, знает, да, что первый «Оскар» получил фильм, где исполнялась песня «Стихи деда» про защиту Москвы, это был черный белый фильм, и, может быть, от этого иностранцы знают, но я больше никак не могу это объяснить. И, собственно, все, что я хотела сказать, что я очень рада, благодарна вам, и надеюсь, что можно и без повода встречаться и исполнять песни просто для радости, для того, чтобы помнить. И буду рада, если это повторится еще. Все, спасибо. Спасибо. Мы сейчас все вместе исполним песню «Защитников Москвы». Время неумолимо, наш вечер подошел к концу. И я хочу пригласить всех участников сегодняшнего концерта, сегодняшнего вечера на сцену. Давайте мы... у нас есть видео, да, вы покажите нам на экране, ну и мы подпоемся, да? Алексей Сурков – это мужественность и патриотизм. Вот это мы хотели вам сегодня рассказать и напомнить. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо! Мы Суркова прошли в самом деле. Так спасибо Марине Орвели. На тих вражи наши города. Над страной стоит там вражи, красная звезда.